У нас нету такой кнопки. Минор апгрейд либо мейнспек, либо офспек, либо пас. Смотри, Вага, прикол покажу. Наверное, это тебе куда? В спек, типа? Сейчас после лута гляну, что там за прикол. Кровавый взор. Ты вот каждый рейд будешь тыкать эту ебаную кнопку. Я уже объяснял, что мейнспек ГП, что офспек ГП в уроге. Ну и бери за ГП, какие проблемы? Ты же в комбате ходишь. Ты именно касаемо тебя, ты меня начинаешь уже заебывать. Я каждый рейд объясняю одно и то же, а реакции, блядь, ноль. Минор, кнопка появилась, раньше не было, не был. А может это из-за ренейма вара я сейчас исправлю. У меня было, короче, просто офспек и вот основной. Я что-то автоматом на вторую нажал. Ты белкой перестал играть. Слышишь, а это Энх, это твинк чей-то? Это твинк Санте, и он пришел покупать Т5. А вообще, я его просто попросил помочь нам первого босса, потому что у нас людей не хватает. Кстати, заметил, что чужое увечье сбивает твое. Ну что? Но это не должно быть. И ханта тоже есть, обивка, которая сбивает кровоточку. Ну, нам это не критично. А там может быть. И то, блин, там ты опять там через цапну, да, не играет. И то и уже плохо. Это проблема нет. Ну, это баг, такого быть не должно. Это плохо. Здесь квест итемом. Можно уронить сервер. Пора-пора-пам. Это каким это? А, я ж тебе скажи. Квесты надо делать, чтобы знать. Демонов баним, потом фигаем, да, под конец? Заливаем. Большого убьёт тебя. Забьёт. Не пере.
Не, ну кто хочет 15к ГП, ради бога, можете порой. Танк уснул, что ли? У кого мобильный банк не на КД, поставьте, пожалуйста. Япончик, место есть? Да. Будешь ответственным за рыбешку. Там же вон аж два мобильных банка стоят. А, я пережил одну. Там далеко было, я бы не успел. Там уже чтоб не бил никто. Кова, ты сейчас на следующих, наоборот, дальнего бери, а ближнего оставь мне. Окей. Только не тыкай в него ничего. Надо бы за стенку забежать. Сейчас они там добьют ближних. Там тихо, кто-то мобы там. Первый... Этот, дальнего бейте, черепок не трогай. Другого бейте. Дружи, кого-то вспомнить, вы это убьете. Сука. Как ты там сдох-то? Да. А, как и я. Он в полете, когда летел, я так понимаю. На угол срезал. Я думал, первый раз в жизни мы здесь без смерти, если честно. Ну, танки не считаются. Поменяй меня местами с варом лутера на меня после трэша.
Так, а где у тебя вар? Вторая группа. Лестники там за углом, Джо. Причем рядышком бегли еще. В одном месте сдохли. Куча напулов, одна сальва. Так, рыбу поставил? Я хз. Суманите. Мою сальву не считай, она моя. Сейчас я тебе сразу говорю. Напуливайте на кого? Ну, в танках шкаф. У нас. Шкафа нету. Коваты, Луцинь, Войт в сове. Я, короче, скажу. Значит, кто будет первый коват? Все на пулы на ковата. Когда скажу, на кого на пулю, будете на пульте или на Войда, или на Луциня там. Буду смотреть по Омену. А пока по КД на ковата. Я вам три танка. Чтоб не сдохнуть. Да в смысле три? Коват с Луцинем потанчишь, ты в сове. Протопал да. Будет соло танчить весь бомж с напулом. Блять, мой бомж танк танчит. Без напула. Ладно. Вот и проблема в том, что протопал может соло танчить, только когда напулы перестают отдавать, резко я упад. Нет. Он тебя бить перестанет, тогда тебе трудно будет огромно. Ну короче, с соло я танчил вроде как. Там один напул, не анекс был. Драгон танчил соло и нормально. Короче, Коват, я по КД буду напулить, не сей. Обновите лапу. Сапроты все пьют на этом боссе. Рычи на пул. Еще мана немножко крестится. Значит, Проня, Редвар и я стоим на рейндже от рейда. Пул по отсчету. Точнее, встаньте, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Поближе. Thank you.
Скиннер, отдайте япончику. Ресу. Захилить мгновенно. Быстрее. Просто отец, ТТМ есть? Нет. Сколько КД? Минута. Пока держимся. ЛР и маски, скиньте, если есть. Не услышал, что ты сказал, на всякий случай скинул ару. Ну, вот именно это я и сказал. Неужели? Лол. Да ладно. Прикинь. О, наконец-то. Нормально. Я помню, эти пистоны, блять, брать никто не хотел. Когда... А я не успел нажать. Почему его разролили? Кават топ-танк. А. Да, ему. Я понял. Да, у него приор выше. Сначала нужно выбрать цель. А вчера падал пистон? Нет. А раньше за пистон что начисляли? 800 как, типа, за все топ-трини? Все трини 800 стоит, какая разница, топа, наверное. Ну, у меня вопрос, пока тут поменял спек или что? Ну, да, его 5. Удивительно спекнул в сову, почему-то без среза ЕП. А это нормально? Ну, спроси у пианиста. Я помню, что он лутал уже плечи на мейнспек, и он снова лутает плечи на мейнспек. Я тоже помню, что он все лутал там на мейнспек, ну ничего. А почему он, кстати, без среза ЕПА? Еще раз говорю, его пианист принудительно спекнул в сову, и сменил ему спек, и без среза ЕПА. Почему так произошло, мне никто не рассказал. А у меня другой вопрос. А чё так много друидов? Вообще невозможно на острых ничего забрать. Да хули ты хотел? Добро пожаловать в клуб. Да ещё хуйня, у меня ещё прист есть, там, блядь, через годик может. Слышь, чё, прист? Давай со своим пристом где-нибудь в другом месте. В каком другом? Мне пофиг. В аду! Как начну на шиперу. Вот, ставь друг друга. Я отсюда. Тут рыгаем. Если ты своего приста в наш ТВ-статик сюда засунешь, я лично тебя найду и локти в обратную сторону заставлю. Понял меня? Нет. Если у него бомж, его не возьмут. Не, у меня еще не вагонятся в обычке стрелка. Надо им поиграть, короче. А ну, кого ты бомж. Хочешь делать? Ну, нет, у меня стандартом холик и ШП идет. ДЦшником не играл я. Ну, там одна кнопка ходит.
Слышишь, Вой, кто-то вчера слух пустил, что ты меня, кстати, на шляпу кин. Я? На ты, да, на ты пятую. Хуй знаю. Как я тебя мог кинуть, ты вообще был один. Я тоже не знаю. Какую-то какую-то придумали. А поставился группу, да? Должен был. Хилят немножко. Да. Просто. Тут две пачки сорвали. Три. А, даже три. Сейчас лезть все. То, что мы не вайпнулись, это спасибо хилам. Пожалуйста. А трэш в ебло в миликов, да, был повернут, я понял. Ну, я свой отворачивал, не знаю. Он весь на тебе был. Ну что ты, Пончик, говорил тогда? Есть кого добрать, у тебя знакомые в гильдии на ДВ? Как будут, я им напишу. Нормальные чуваки, да? Скиллованные. Как Редвар, да? Ну как Редвар не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Хоть как Талдарам? Это без вариантов. Как разделить. А чё, как я-то, блядь, чё-то я понять не могу. Схуяли меня ещё? Они не такие штина, скилловые, как ты. Смотри, он подъёбку. Стан. Да? Там япончик только. Он чё-то чухает за собой, я уверен. И братьев, наверное, хочу, да, япончик? Я говорю, они не такие скилловые, как ты. Я говорю, брата, ты братьев свата, хочешь? Брата, свата, чё ещё? Нет у меня столько братьев на ваш ТВ-статик. У тебя там О какой-то был. Ну да, Костя. Стан. А разве он тебе не брат или кто он тебе? Ты, по-моему, говорил, родственник какой-то себе там. Да. Он не брат. Но он сейчас со стариком в той гильдии находится. КМБ проходит, что ли? Я не знаю, что он там проходит. Ну, вроде ГП не лутает. Достойно. Как за РДД вообще нереально ГП лутать, по-моему. Все реально, блядь. Тем более из-за лока. Вообще, ой, по-моему, нереально сдохнуть. Сходи на проф или на тухлого РДД. Обещаю, полутаешь. Ты стоишь, чилишь на месте и смотришь, как у тебя что-то летит, это ш... вообще изи, по-моему. Представляешь, нет? Многие не могут от этого вернуться. Либо ты бегаешь, блядь, и он под тебя колбы серит. Сюда куча, постоянно бегаешь, прыгаешь. Подождите. То же, типа, на той же Джайне они почти АФК стоят на всех фазах, типа. Это был топ тайфун, но следующий тайфун уже другой совы, наверное, будет, да? Нет, не будет. Сука. КД 3 секунды тайфун. И так добьете. Первый дам тайфун, второй ваш тайфун, совы. Сейчас будет очень опасный трэш. Захотайте хорошенько рейд. Друиды, прожмите дубовую кожу. Я 20 секунд берса. Подождите. Я всех заберу туда. Да, дело-то не в берсе, сейчас надо просто прохиливать. Вага,
Да похуй, пошли. Дубовую прожимаете? Есть ДПС с робота, кстати, нет? Был где-то. На видео. Почистил? Ну. Че ты в раз как хуйня хуй ты выдаешь 24 капли? Стал. С ними все скиллованы. Чтобы для розового играть, ты думаешь, скилл нужен? Это Вара говорит? Стой. Там, по-моему, все печати за него все делают. Снимайте там. Я отбивался. Качешь пала, дашь больше, пусть пиздец. Ты гуглил, что ли, да? Блять, играет на топ-классе, блять, который топ ДП и пиздит. Окей. Не знаю, про какие вы топ-классы сейчас говорите. По-моему, топ-класс сейчас разбойник. Нет, он считает этого ханта и вара, походу. Блоки топ-класс. Сейчас топ-класс по ДПС это разбойник. Я думал про товар войт. Вообще вар. Кровавый взор к нам недавно пришел, одел парочку Т5-ых, все, блядь, он в топе рекаунтис. Свара нет, блядь. Порадуемся за него. Зато враска розовая сидит, две кнопки тычет нахуй, еще чем-то недоволен. Бля, ты дурной. Ты даже не знаешь, что происходит, и пизди. Как это две кнопки? У Палов там целая пианино теперь. Продвар просто одну тычет и завидует. Ничего вы начинаете. Раз, когда домашний чувак. Вообще Палу можно записать всю его ротацию в один макро. Держу в курсе. Как и у любого класса. Нет, это именно в реале Т5. Так в реалиях Т5 вара то же самое. Вара, блядь, и без Т5 можно, блядь. Нет, у вары появляются две дотки, поэтому в любом случае... Патруль. Приготовьтесь. Контролить вихрями совы своих, чтобы их не убили. Кого, забирай крест, а я мелких. Один говорит, что пол один это пианино, другой говорит, играя за паун, что там один макрос. Если умеешь, ты его напишешь. Если не умеешь, там много кнопок. Пианино это коты, ребят. Вот собаки. Видишь, я тебя спас, япончик. А ты не говоришь. Что, если что смеяться, у нас типа на келе, блять, варбы в топ рекаунта, да? Они, блядь, не разу. Блять, какой это вар? У меня один раз было, я был один раз топ. Хан, что ли, это было? Не помню. Но его нет еще. Блять, был в топе, блять, на третьей или на четвертой позиции, на келе. Ой, ну, тихо. Блин, ни вары, ни разбойники, они нифига не полезны в рейте. Кроме ДПС, мало чего делают. Как это? Как же протовар? А протвар это не вар. Ай, ебать. А кто так, это? Довесок местный. Это консервная банка. Просто паладин реально и боб может кинуть, и... Блин, он так иначе может сделать. Хуйня это все. Вара вмешательство КД 30 секунд, вот там, вот эта тема, я понимаю. Да, вмешательство это одну тычку всего. Ну и что? Патруль. Осторожно, не с... блядь. Поставил череп. Вихрь по своей. Ой, ебать, я сова, блядь. Нет. Сука.
Вы типа пытаетесь хоть контролить людей в МК? Или вот вид делаете, что контролить? Охуенно, кстати, за конта играть. Сразу вилку прожимает контроль. Не сдохните только, ну забирай с хилов. Вон хила пиздит. Вилки прожимает, потому что ты вагон их не слил. Перед контролем. А мобы захиливают друг друга. Вы одного ебаните, вот давайте через. Хуй знаю. Через. Хуярьте черепок, если кто живые. То не так захилиться будут по КД. И стан вроде как им дается. Попробуй стан дать. Тому другому, чтобы они не хилили друг друга, как гомики. Если вар вот в контроле шевы прожимал бы, вообще охуенно было. Ебать. Сейчас они на фул походу захилятся. А вон там еще есть моб. Жгите ману. Через черепок играть. Секси Голд, продажа золота, 1000 от 17 рублей, блять. 3000 отзывов. Бесплатный бан за твои деньги. Не стоит тыкать туда, да? Что, первый раз такое видел? Мне в день по 3 приходит. Спамят по КД. Да мало. Причем я их всех в черный список. Черный список и жалуюсь на спам. И на следующий день этот же ник пишет мне на другого твинка. Если не кончится, если без адапти всех банят. Вы не понимаете, это администрация деньги зарабатывает. Они сначала банят, а потом разбанивают за бонус. Ну, возможно, так и есть. Хочешь купить голду, на фанпейл заходи. Что такое фанпейл? Ну куда ты? Ты притворяешься. Не, я не пользовался такой хуйней никогда. А зачем ты сагрил, действительно? Не знаю. Я показал, что все крестные писали. Хуёво. Я забыл того. FunPay — это, короче, сайт по продаже всех игр там. Это, конечно, весело там, блядь, в 2DD бить, блядь, мобов. Хуй знает. Чё ты говорил за сайт FunPay? Короче, сайт просто игровой. Там все валюты продаются, всех игр. Заебался игрочара, продай своего там. Понял. И типа там купят? Ну там обычно да. Не покупают, продают. И сколько там шар? Первый кат и сколько стоит? Вот можно и все, ну абсолютно все. И ачивки можно купить, и бля, персонажи, и голду, бля. А админы за эту хуйню не забанят? Ну как они не забанят? Здесь спалят, забанят, блядь, здесь а, нет. То есть нахуй надо тогда. Ну вот знает, там на... Факт, что ты выложил персонажа, если ты такие скрины сделал. У меня пару знакомых вот так купеляки играют. Все нормально. Да они с мылом купили-то? Хоть и, наверное. Да. И чё, сколько стоит первая катка персонажа? Там по-разному зависит от брюлей, от этого. Чё бой, чё за хуйня? Маленький день. Ну вот, смотри, вот, допустим, ТО Вара своим ником можно за 2000 продать. 2000 рублей? Не, да, на сервисе, наверное, хотел подороже стоит, чисто потому что время ката. Носился на дрожжу стоит. А нет, за 1004 можно продать. Хотя я не знаю, не смотрел. Ну плюс. Один брюль стоит 1000. У Войда нет брюлей, и там у него ката третья, по-моему, всего лишь. Вторая. Один брюль 1000 стоит, но не пятый стоит, вот все по вторая ката. Вот. Если у тебя была первая, у тебя там шеемка есть, как бы вот первая ката и. Пролей бы еще несколько, там, допустим, 2. За 1006 бы мог продать. Что ты знаешь, что вообще там осмотрел цены? Блять, на бум говоришь. Можешь поставить все кого угодно, блядь. Очень фиксированная цена.
Этом ты тоже прав. Потом какой-нибудь братской придется 10 косарей купит нахуй. Ну, тут игра теряет всякий интерес, если ты покупаешь готового персонажа уже. Вот, дай релку. Да даже если 8000 рублей, это смешные деньги. Да. Смотря как быстро ты добьешься этого. Если ты, блядь, играл на этом чаре, конечно, жалко. Вот там я эту взял, Полину, друэли диком. Можно какую-то... А Боливану он просил помочь. Какую? Или Нартию, или мгновенную в этом аспекте? Нарти, конечно, да, может больше. А чё, Полина же говорила, там 2 недели не будет. Или сколько там не будет. Она ж там попрощалась, типа, всем пока, там, всё такое. Цумонти, Боливана, Полина. Стоит. Значит, мой вар за 12 рублей можно продать. Дороже можно. Да мало чего ты, слушай, мне запало 20 предлагаю. Да только запало еще без учета вара. Давайте трош, блядь. Уют. А мы же выпьем. Песня. Там мой персонаж в районе 25-100. А мы что, трэш не убили, что ли, блядь? Это все уже. Короче говоря, обосил Луцень. На трэш, соответственно, тоже он. Коват ты там в случае чего. Сагришь одного жреца. Надо жреца, чтобы контролил лог. Потому да. Мага нету. Даркис и Чехов. Вы там следите за жрецом. Ферять его. Если что, шаманы. Хексово. Ну, там один, чтоб какой-то на том был. У нас 4 рога. Просто. Один, чтоб какой-то с коватом был лог, а второй, чтоб на рейде страховал жреца, которого мы берем. Пинок работает по жрецу. Ну, нет. Чехов как раз вот находится с коватом, контролит жреца, стоящего отдельно от рейда. Даркис есть, что подстрахует. Шаришь, да, Чехов, там, фир по КД, чтобы он не кастанул. А чё, Кирс не может контролить? Зачем? Пускай он вытянет, я, блядь, дам... Кирс покаяние. Диплом защищает, он еще не появился. Я дам покаяние им, пускай отведут и всё. Че на пул? Брас, как он может защищать диплом, если сейчас все диплом защищает на дому? Ну, защищает, занят еще, не может в игру зайти, я это имею в виду. А вары на апкой сейчас? Или кулак дают пока там? Вообще, апнутый кулак желательно дать, а по кустам развесить 10-минутный МП5, как я говорил на первом бою. У меня дом не дает мне вытащить скилл, который 10-минутный баф по панели. Понимаешь? Почему у тебя его изначально нет на панели? Потому что я не бафаю, блядь, 10-минутные бафы никому, потому что. Иногда надо. Очень зря. Очень зря. Иногда это пригождается. Ну, значит, без МП5 будут деревья, ничего не поделать. Пул по отчету. В смысле, ты старый не видишь, да? Ребят, вы чё? Кулак друидам дай. Ты пауэр забагли, спасибо, комбат. Так друиды. Ты одного друида найди и всё. Даркис.
РДД кэмп встали. Жрецу сместились. Со станом, что ли? Так ты же вроде не один. Че другие роги делают? Сяо, Гриппой, Приста, звезду сместились. Мгновенно поднимай Будапешта. В центре собрались Гриппой, Приста. С рейда выйди! Бегом, бля! Пристав бить будем, не? Это второй.
звездочку. Дайте иннеры свободные по ДЦ. Да. Нихуя себе сколько прилетело. 5 штук. Спасибо. Офигеть. Кресту. Сюда идем, к нему. К нему перебегаем. Сразу фул мана, да? Моментально. А они не стакаются? Или точнее стакаются. Даже дефир. Япончик. Ау. Гера, дать? Антифер, нет. А что, до трэша-то кончится все равно. Не? Не знаю, у нас КД. Куда 2 минуты? Как бы изнеможение висит. А кому-то антифер дал? Когда давали Геру? Я тоже что-то забыл. В начале боя. О, солнечник. Найс. И кинжальчик. А кому он идет вообще с фиртом? Мастером. С совом, алемом. Некоторые локи с ним бегают. Бери его на себя, будешь топ совой. Да у меня талисман накрит, блядь, уже. Будешь хуярить за всех, блядь. Да, Кладбон, иди. Кават тоже. Чё, Кават АФК? Да, Кават, минута АФК, Кладбон 3. А патруль, подожди. Я начислю ИПшку. Давай. Сковато 300 с ними. Сейчас.
И так все за ЕП. Какая разница, куда ты ролишь, на ПВП или не на ПВП. Давай одну пачку агре. Метки, особое внимание, вихрь крутит. Буду тайфуном откидывать. Давай, что там? Два петуха. Это типа, если бы ты был бы, допустим, в ар... и ролил бы себе на офспек, типа на... Тогда бы тебе ушло бы без ГП. Тот же зов, да, на ПВП? Это расизм. Саглы. Как у тебя почему все спеки, всякие мерзкие ДД? Шаманы могут рулить на успе короги? Потому что осторожно. у тебя все спеки ДД. Будто пьешь, ты видишь вихрь или нет? Нету у тебя офспека, ты, блядь, что успека, так ДД, блядь, что ты так ДД, понимаешь? Суть. Понимаешь, пускай, понимаешь. Пускай там может зацепиться. Просто если люди не могут понять, как-то объяснить, блядь, более доходчиво, может. Ты понимаешь. Так а ты поздно увидел, блядь. Зачем ты нужен мертвый? Зачем вот ты встал сейчас? Чтоб полчаса бежать сюда. Какая нахуй разница? Понятно, тебя ты наролишь на ДД. И самое главное, чтобы не отсвечиваться. Да, самое главное. Ты, блядь, мог хилить, блядь, у тебя был бы офспек там хила, ты бы мог ролить. Блядь, не можешь хилить. Ты мне так скоро объясняешь, как будто я всерьез хочу мне этот даггер, и сейчас вот добиваюсь того, чтобы его, блядь, залутать за на этот самый дом. Кто себе нагонял? Давай, жги дальше на серьезных щах. Почему ты в разгон? Каждый раз отсвечиваюсь. Просто чувак ведет себя как олень и хочет видеть, чтоб это не замечали. Оу, бай! А ну скажи что-нибудь еще раз, Дисин. Ты хочешь мут въебать? Да. Даже не знаю, кто это говорит, что... Свободен. Опа. Мне, блядь, очень приятно, что ты меня курсанул, блядь, что ты меня замутил, долбоёб. Да нахуй, успокойся, что ты, блядь, ну, не кипятись, блядь. Я спокоен. Для чувак, таких Вага ты придумал звание кипятили. Ты наседаешь на людей, раз. Я просто зарафлил за даггер. Чувак на серьезных щах заявляет, ебать, если бы ты умел хи... Чего ты решил, блядь, что я тебе серьезно это говорил? Если бы Раска, ты умел... заебал, не отсвечивайся. Подожди, резнуть надо, стой на месте. Если бы ты Враска умел дамажить, я бы тебя понял. Вот Враска сдох на вихре, блядь. Давайте это лучше обсудим. 4 человека умерло. Почему не знаю. Сдохли? Мы нужны дохлыми, зачем вы дохнете? Поставил специально на мобов метки, которые крутят выход. Это очень опасные мобы. Чрезвычайно. Вот, чтоб вы не сдохли, вот тычку словили, следующая ваншота это. Дал тычку. Вы обратите внимание на квадратик, он может начать кастовать следующий выход. Видите? А, еще с Булевана 300 с ними забыл. Стан. Че добивайте? Встань, а танки не танчат. Ну да.
Кстати, Луцинь, ты говорил то, что ваше овечье перебивается? Оно, знаешь, почему оно перебивает? То, что вы вешаете просто увеличение кровотечки. Да, да, да. Я знаю. И оно не может висеть от каждого. И это вовсе не баг. Так же, как не может висеть от РДДшника от каждого увеличения на 5%. Просто его надо сказать, чтобы это в Т5 поменяли как-то. Там фишка была, что коты, когда через полоснуть играют, Т10 там или где, ну не Т5, короче, а у них от того, что их баф увечья висит, зависит урон от способности полоснуть. А если это кидаешь... будет в любом спеке, не только. Ты понимаешь, оно в любом случае висит. Там ну, не так, важно, так, твое разница, или не твое. Разница в том, что Т5 не бьют полоснуть, бьют цапнуть. Чё стали-то, давайте трёшь, тут осталось. Ларшев, Центурион, кого ты берёшь? Если хотя бы один человек повесит его, значит оно уже будет висеть для всех. Нет, увечье спадает. Оно спадает? Оно всё равно заменяется лучшим дебафом, пойди. Не знаю, кто что понимает. Не знаю, о чем вы вообще говорите. Абсолютно точно так же, если один фаермаг накинет ожог, и другой накинет ожог, он перебьет, потому что это заменяющиеся спеллы. А знаете, увечье, чтоб отображало и моего напарника, допустим, увечье, и ну, всей, полностью всего рейда, он все равно перебивается и исчезает за ним. А какая разница? Увечье висит, вы понимаете, что оно висит на боссе? Увечье, я говорю, когда нет разницы, какое увечье висит на боссе, но увечье спадает любое, вот сколько бы вы ни обновляли, но все равно оно спадет и не будет отображаться. Так а к чему разговор-то весь? Ну висит. Ты ставишь Tell Me Venny, отображать увечье не только твое, а любое. И ты будешь видеть, когда оно спадает. Я тебе до этого минуту назад сказал, увечье спадает всегда. Отваров. Ладно, пацаны, я расскажу. Правильно. Вчера потому нашел. Что у них оно тоже заменяет. Почитай скилл Вара и увидь. И у хантов еще есть такой скилл. Понимаете, там эту кровотечку очень много спалов заменяет. Блин, какие кровотечки? Тут смотрите, вчера такая хрень, короче, прист ДЦ без Т5 и прист ДЦ с Т5. Они вешают каждый свой щит отдельно. Один другой щит не перекрывает. То есть на человеке на весь рейд можно накинуть два щита ДЦ. От одного и от второго. Ну баг. Потому что это разные щиты. А по течению. Ну, у них одежники разные. Это разные щиты. Разные щиты. Это не разные. Щиты Т5 и щиты обычные. Нет. Это разного левела. Нет. Не левел. Это разные ID. И что? Я тебе говорю, это разные щиты. Ты не слышишь? Это скилл баб. Один и тот же. Нет. Баф один, в смысле нет? Бабленная душа, причем тут как ты кинешь... И ты бафы разные. А, ты нет, дебаф там на... один и без конца. Нет. Ну как это, мы вчера проверяли. Два дебафа? Да. Он вешает щит, и на этот дебаф я вешаю свой щит. И у него второй дебаф появляется. Короче, точно одну вещь проверял. Если разбойником встать возле лича, когда лича запускают, то лич убьет разбойника. А, и ГП не снимется. То, о чем вы говорите, очень похоже на баг. Очень слабо верится в то, я что... Я хочу проверить это на нормальном боссе, но пока мы это проверили только вот в ВК. Нет, танчу, а давай, чем это баб. Проверять на боссе, это и сможем проверить Доларане. Ну ВК это работало. Трэш как-то побыстрее. С мало времени надо еще хотя бы целка начать. Сейчас таки трупами закидаем быстренько. Плохая идея очень. На прошлом КД так и было, и на Жане не слышно ничего. Говорят, включили, я не проверял.
среду и во вторник я ходил проверить. С Тирианом поговорить можно, но опции диалоги нет, чтобы запустить. Машина типа со свежего, когда только заработала. Ну, узнаем, когда идем. Япончик ходил, смотрел, у тебя нету когда и больше. Мне, кстати, странно то, что Майлара... Бля, не подъебывай, я проверю. Да до сих пор КД, что ли? Япончика первым запускаю. Да, говорю, подъебывайте, заебали, сейчас проверю. Чё за пустяк, сразу Джайна убиваем его РСХМ? Нету КД, блять, но оно может появиться. Ну что, Луцинь у нас на инженере. Ават на правых двух. Соответственно, оружие собирает Луцинь. На боссе потом у нас будет Луцинь, а Ават будет на фениксах. Короче, на баф и пул. Два танка? Ну да. Пулим, босс. Солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашалянора. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Куда он еще быстрее побежит? Это его обычная скорость. А проклятие действует на него? На замедление? Да. Кстати, ДК тоже попробую замедлить. Ага. Блять, он такой спринтер пол. Проклятие другая тема. Говорю, этот пацан, по-моему, точно флеш написал. Он с каждым разом все быстрее и быстрее бегает. Ну, он тренируется, пока нас нет. Это новый Усейн Болт. Я боюсь предположить, что будет, если они все начнут сниматься. Это стопудово ради киля в Хэмке. Я тоже об этом был. Или что, они кайтили. Причем Малару не будут урезать скорость от Алдере до Паре. Нам только в обычке. Да. Ладно, стой просто на месте и все. Как он агро будет набивать? Я набиваю. Да, все равно срывает. Он просто убегает, а он не, она подбегает и откидывает его. Три. Yes.
убегайте отсюда. Как видите, оружия у меня предостаточно. Товар, топор забери. Вот если Луцин не будет его забирать, то заберу. Мгновенно, офисал поднимай. На мешку ж нет смысла что-то брать. Нет. Вот и я так думаю. ДДК подняли, нет? Да. Пистобаф, да. Откуда на нем кулак тогда, если он сдох, мне интересно. Бафнули. Я бафнул на бафнуты. Возможно, я недооценил вас. Было бы смотреть, буду заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Кладбон Чехова. Вой ты, Лре! Отсветил пацан, да? Энжи пока тут. Пока тут Проня. Стой на месте, Энжи. Не дрочись. И хуяри ту дуру. ДД добивает приоритетного звездочета. Энжи, я ее не заберу, нефиг ко мне. Энжи, стой на месте и танчи, босс. Энжи бэрнул пока тут. Ну бэр пока тут, пока тут бэрит Проня. Пять. Можно бэрнуть, пока тут-то быстрее. У нас РДДшников не хватает, чтобы залить эту бабу. Он встал. А то он, блин, минуты полторы, наверное, бэрил этого человека. Пять. Пять.
5 секунд до фазы. Инженера добили. Мартин заберет за танки босса. Смотрите, бомба. Сам Винара. Виду в центр или тут оставить? На месте танкую его. У кого еще? Добейте приоритетно Сангвинара. Зачем подвели к Фирус бомбу? У кого еще БР есть? У ночи? Норси БР у меня. Контроль. Иди босса, трог. Чехов, СС по штурам, а Даркис по черным ночам, дай. И контроль Тилрея быстрее. Так корни просто дайте, я без пушек. Глыба. Собу контроль. Феникс убьем. Тору черной ночи с СС-ами. Яйцо милики готовьте. Отошли. Подошли яйцо, бля. Долго яйцо, сильнее яйцо бейте. Бусти на яйцо отдавайте. Лужер, ДД. Контроль 2 секунды. Контроль 2 секунды. Феникса. Как с контроля выйдут, так Феникса бомбит. Не, забрать. За контроль тяжелее, то саму. Пиздец, троих убил. Шторы, БР есть? Да, у шторы. Шторы поднимать черные мирки, ночи. Мирки. Черные ночи СС был. Вот поднимай черные ночи. Черные ночи Кирса. Кладбон есть? БР. До здесь. Все. Ваф, дайте помогу. Так бьем, больше падать нельзя. Контроль. 2 секунды. Ялрею, Роги, просто дайте корни. Да. Все. Можно, можно не давать стекло. Да че, не бегут ко мне? Осторожно, под боссом не убейте своих. Каз, Витя! Любимый урок. Феникс. Я не успел. Лужа, лужа. Две минуты мгновенно будет. Феникс. Яйцо убрал. Феникс, контроль 5 секунд. Будешь поднимать кладбона. Мгновенно. Кладбончик прожми, с тобой. Класс, я без баф. Контроль людей. Стан сове. Готовьте стан фир сове. Хир. Блять, захуярю сейчас кого-то. Контрольте быстрее сову. Феникс. Готовьтесь, яйцо, весь рейд повернулись.
Готовьтесь. Бурсты на яйцо отдаем. Бьем еще феникса, будем убивать его. Я тут с собой летать. Контроль людей. Маска, особенное внимание, не убейте. Дайте локу, контроль. Черепок, контроль. Мгновенная, поднимаешь кладбона. Не, япончика. У кладбона БР будет. Да. Без япончика продержимся. Феникс бейте. Корни диспельте. Забав. Кладбон, помогай сразу яйцо. Яйцо. Готовимся, яйцо. Яйцо, яйцо. Яйцо сильнее. Переводим. Контроль 3 секунд. Контроль. Феникс бьем. Контролем и бьем Феникс одновременно. Подбиваем. Кладбон, твой БР будет по япончику. Подбиваем и контролем. Господи, фаза. Яйцо все готовы. Все бурсты в яйцо отдаем. Все прожим. Яйцо, фулл ДПС. Могу кого-то бернуть сейчас. Япончик бернуть. Давай, давай. Япончик вставай. Убавку не надо. Че, бэр, у кого есть? Так. 50 секунд. У меня минута. Кладбона. Короче, через 50 секунд бернишь Норд Легион. Так. А я тогда кровавого взора. Сколько до конца пушек, если на так? 7 минут. 4 минут. Не бан. Дубовую кожу друида. Темелик съебнули от босса. Вставляем рейндж ФРДД. Класс. Я вставлю. Как все упадут, станешь не раньше. Тихо. Вага, кому, кого поднять мне? Норд Легион. Да. Да, да. Подвигайся. Стонти, босс. Он забагался. Дай его лапу. Забери, лучше. Так, есть БР, кого поднять? Проню? Да. Берри только РДД. Проня, вставай, забав его. Следующий Берн Арсия, минут 50. Локи СС есть? Анжи 30 секунд осталось. Пошли, мели! Дубовую кожу. НЖСБР. Давай про кровавый взор. Куба в пороге. Ага.
Нортье 30 секунд. Феникс. Сакта есть? Дубовые друиды. Пых. Пушки сейчас пропадут. 5 секунд. Подвигай, босс, чтобы он осел. Побеги к ступенькам куда-то. Сразу сбейте, ага. Чтобы лутать его. И выдохните там. Знаешь где? Вот меня, допустим, сова своя убила. Столько у нас столько друидов и ноль контроля. Погон ты просто и все. Да, не говори. Вот это сразу разрольте. Пилки бы нажал, не убило бы. Кирс, дашь портал до ворот? Угу.